Не останавливать темпы реформ до вступления в НАТО. Об этом и не только сегодня говорил президент во время своей рабочей поездки в Хмельницкий и Винницу. Кроме прочего, заявил о необходимости перезагрузки судов первой и апелляционной инстанции, а еще о децентрализации, о том, что деньги для громад должны быть использованы для потребностей школ, детсадов, а не храниться в банке на депозитах. В Виннице Петр Порошенко принял участие в праздновании Дня Европы. Он поздравил всех украинцев, напомнил, что соглашение об ассоциации с ЕС действует, проводится почти полторы сотни реформ, по его словам, и работает без виз. Также президент сегодня принял решение окончательно прекратить участие Украины в учредительных органах СНГ. Сьогодні я підписав відповідний указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів СНГ. Нам там нема більше що робити. Ми рухаємося разом в Європу.